I hear the wind call your name. It calls me back home again. It sparks up a fire, a flame that still burns. Oh, it's to you I'll always return. Feel your breath on my skin. I hear your voice deep within. The sound of my love. Сегодня у нас годовщина нашего салона, карточка 28. Что хочу сказать? За год произошло много всего интересного, очень много людей стало ходить новых. Многие остались те, кто пришел в самом начале. Прошлой осенью. И сегодняшний вечер мне хотелось вот сделать что-то такое, придумать, чего у нас еще не было. Вот. У нас есть очень популярная рубрика «Политическая мозаика», где мы читаем авторов, которые нам любили сейчас, да, это могут быть классики, тоже или современные. Сегодня мы читаем друг друга. У нас 14 участников, которые будут читать стихи поэтов, которые посетили нашу карповку три или больше трех раз. То есть такие, можно сказать, постоянные участники, да, в отличие от тех, кто, может быть, один раз приходил, уходил. Да, что еще? Каждый участник у нас сегодня получает замечательный значок. Это немаловажно. Памятный. Первый — Наталья Лубянка. Прошу любить и жаловаться. Вот. Выбрал я стихи не философские ее, не любовные, а пейзажные, по одной простой причине. Что у нее там в других стихах много женского рода. А иначе бы я... Но эти стихи тоже замечательные. Венеция. Венеция. Каналов переплет. Гондол блестящих, томное движение. Старинных стен немое отражение. В пространстве водом дышит. И живет. Еще не все исхожены мосты, и улочки, что сдавлены домами, с обветренно шершавыми боками, изгнанники дешевой суеты, смущают нас загадкою своей, то мрачностью, то толпами народа, то выходом на мостик или в воду, то прелестью внезапных площадей. И маски всюду, карнавальный дух в венецианской истинной манере. И я еще в прощание не верю, а возвращение уже мечтаю вслух. И по контрасту вернулась Наталья в Питер. Ну, за Питер мне, правда, немножко обидно. А в Питере всегда немножко осень. И холодно бывает ночью белой. Сквозь тучи иногда пробьется просень, прорвется луч неяркий и несмелый, и потеплеет вдруг. Осенним летом обмануты доверчивые лица, на берегу в гранитный плащ одеты сурово, на берега в гранитный плащ одеты сурово не спешат на ложь купиться. Им хорошо известна антреприза, хозяйка осень, раздавая роли. Все краски лета призовет капризно на пару актов, а потом уволит. Ну и шуточное стихотворение, которое почему-то мне показалось особо близким, в общем-то говоря, как-то моему настрою тоже, наверное. Страдала рифма от артрита. А, называется «Больница с окном на Парнас», стихотворение, это название. Страдала рифма от артрита, в неврозе. Дергалась строка, и буквы кашляли приулитно, но не чахоточно пока. Гастритом мучились Катрины, размером пучила строфу, и слово, требуя замены, стонало лежа на боку. Метафоры редкие припарки не переделывают мотив. Как бесполезные подарки, как ограниченный полив. Так
поэтической палате с окном высоким на Парнас лежат страницы и тетради от недогениев, от нас. Наталья Лубянка. Так, проголосовали все, не забываем. Так, Наталья, я еще подумала, что будет неплохо услышать мнение автора. Автор от прочтения в восторге. Я только не гораздо лучше, чем я даже свои читаю. То есть настолько артистично, настолько вообще прекрасно прочитано. Очень мне понравилось. Я только не понимаю, а что вот я должна за свой текст ставить оценку себе? Или как? Там пятерки. Пятерки честные ставят. Вы не думаете, что плохие стихи можно хорошо прочитать? Все как бы. Да, пожалуйста, у нас выступает Ольга Игнатьева. Первый человек, видишь, это сложно. Хорошо. Первое стихотворение Ксении Лаврентьевой называется «Купчина». Все купчина скуплено, в гулких проулках тугие кули волокут. Все это под Новый год. И только девочка в переулке стоит и чего-то ждет. В руках у девочки спички. И два стихотворения Михаила Парамонова. Извините, это было смешно? Первое называется «Мысли». Мысли, они очень важны. Мысли иногда похожи на отличный, свернутый в сигару лист кубинского табака, на спелые, сочные гроздьями ягоды для молодого вина, а бывают похожи на замирание сердца, где внезапный надрывный гудок в плотном тумане обнажает бок корабля. Я пытаюсь поймать их очень часто в припрыжку, проникая в вакуум мыльного пузыря. Меня поднимает все выше над земной атмосферой и гонит солнечным ветром черт знает куда. Может, во всем виноваты греки и их ионические с оливками острова? Мысли тянутся вьюнами, оплетают усами тело. В итоге болит голова. И второе стихотворение «Люстра». Жизненно выразить все. Только превратили слова в лекарей. И я молчу. Наверное, по-настоящему могут сказать только глаза. Хотя что я выдумываю? Играет музыка ветра на бутылках пустых, примотанных скотчем к Троицкому мосту. В настроениях погоды ведьмы летают с лирами, сыры слезет за шиворот, день проходит в тихом бреду. Только в подземелье мраморные полости безоблачно. Поезда с гулом расходятся по туннелям во тьму, оставляя ловить потоки воздуха, монументальный, привычный к потолку. Вскользь смотрю на нее, а она искусственным светом сквозь. Ее красивые лепестковые слезы цветочные вызывают усмешку одну. Спасибо за внимание. Чьи стихи у нас прозвучали? Ксении Лаврентьевой и Михаила Парамонова. Пожалуйста, авторы, выскажитесь. Скажите пару слов. Стихи Парамонова прекрасны. Нет, авторы, пожалуйста. У нас есть Михаил Парамонов в зале? Да. Мне скажите, пожалуйста. Спокойно так прочитал. Что еще могу сказать? Хорошо. Ксения? Мне, честно говоря, при всем уважении к Ольге, мне не понравилось, как она прочла это. Я его читаю совсем по-другому. Задумала, поэтому оно не прочитано. Спасибо. Наталья Лубянка. Был только что полет незримый там. И снова мрак изведанной темницы, безмолвие привычных эпиграмм, гримасами застывшие,
на лицах, зачитанность наскучивших страниц, исписанных с терпением достойным, слезинкой ли, усмешкой меж ресниц. Стабильно все, привычно и пристойно. Шаги еще предательски слабы, но крылья поспешили оторваться, и только неизведанность судьбы с надеждой заставляет улыбаться. Пиши послушай. Жалко, Натальи Серебровой сегодня нету, конечно. А в деревне свет с деревьев, в ветках снег, заповедные поверья, речки, бег запетлявший, но неспешно в кромках льдин. И туда спускался здешних уток клин. А в деревне свет от неба, близко высь, в голубую быль, небыль окунись. А в деревне свет полями солнце пьет, и весной он хлебами прорастет. И жалко, еще сегодня нет, Святослав Коровин. Весна будто бредит, меняя свои состояния. Дождь и жара, слезы и радость – типичная картина для психиатра. В анамнезе гордость этого времени. Под дождь на крыльцо курить, выходить становится неприятно. Дороги в сквере неопрятно раскинули мокрые направления, обнимая газоны мокрым песком – холодно. С трудом зажигалка рождает огонь, укрывая ладони от ветра. Июнь. Скоро наступит. Надеюсь, что будет спокойней. Пока же метеовойны циклонов со стывшим течением рождают унылость и строки для чтения вашего. Рифмы, как каша, размазаны по листу. Пойду покурю. Значок. Ольга Игоревна, у меня взяла значок? Так. Ксения Лаврентьевна. Сейчас. Сюда, да? Ольга Игнатьева. Ксения. Да, я сама Ксения Лаврентьева. А читаю первое. Ольга, Ольги Игнатьевой. Не будите спящую собаку. Ей так хочется покоя. Правда порождает беспорядки. Правда, правда. Что она такое? Абсолютных истин не бывает. Так зачем напрасно надрываться? Тот, кто пленку лжи со всех срывает, не срывает никогда оваций. Так заглушим радио молчанием, остановим выстрел малой ложью. Мы так жили, жили, как ни странно. Значит, жить так нужно, жить так можно. Михаил Парамонов, «Обладка». Был ребенком. А кто не был? Вот вырос, и все говорят, все пропил. И за всей его жизнью, с немытым годами телом, солнцем прожженным лицом, за всей грязной одеждой, повисшей гнойным рубцом, так и остался ребенок. Кто скажет ему: «Прости за все, я пройду мимо, ты пройдешь, все пройдут, все пройдет, ночь придет». И тогда с небес космический лайнер к нему подплывет. Откроется дверь, и оттуда выйдет пьяный Матвей.
скажет: забирайся, полетим домой пить портвейн. Екатерина Полянская, Ультима Туле. Бредя коридорами долгой ночи, проулками строчек и между строчей, сжимая пальцы в кулак, душу выкручивая из тела, о чем я тебе рассказать хотела, теперь не вспомнить никак. О том, как прекрасны чужие лица. Кто-то всерьез собрался жениться, кто-то ложится в гроб, кто-то едет в Париж или Ниццу, кто-то в руках задушил синицу, а не пищала, чтоб. О том, что в комнате неразбериха, что в зазеркалье тихо и лихо дремлет тысячу лет. О том, что рассвет источает тени, а жизнь в сослагательном наклонении – это полнейший бред. В шторах сквознячная пантомима, вещи меняются неуловимо, шкаф навис, как скала, дымом шерсть на диване, на спине дивана, и желтозубая фортепиано скалится из-за угла. Странный шум за стеною сырою, словно бы в обреченную трою вкатывают коня. Даже не соблюдая приличий, мир меняет свое обличье и вытесняет меня. К зеркалу, к самой стеклянной кромке, там, где жемчужно дробится ломкий неуловимый свет, тени выстроились в карауле. Просто это Ультима Туле, дальше земли нет. Кто изнутри, а зеркало бьется, смотрит из глубины колодца, расширяя зрачки. Кто там смеется беззвучным смехом, в сердце моем отдаются эхом, сердце его толчки. Резкий удар о ладонь, ладони медленно погружается, тонет в бесконечности взгляд. Воздух еще между нами трепещет, но за спиною теснятся вещи, путь преграждает назад. Я не вернусь, мое время сжалось, кровь двойника с моею смешалась. Я закрываю счет. Звон стекла, фейерверк осколков. Первый шаг больно, второй шаг колка, третий уже полет. Да. Ну, теперь нужно послушать авторов, чьи стихи прозвучали, и я забыла совсем спросить Наталью Лубянко, как ей Лешина прочтение. А, Лешина? Прекрасно. Да. У меня, честно говоря, напугал. Сначала, когда я пришла, что ладно, я не буду говорить, что он сказал. Но когда он начал читать, я поняла, что все хорошо. А я слышу. Вы не выдавайте. Так, ну и, пожалуйста, Ольга, как прочтение Иосифа? Мне понравилось, прекрасно все получилось. Михаил? Мне тоже все понравилось. Ну, видите, всем все нравится. Мне понравилось, как прочитала. Юля, Юль, а вот только вопрос. Екатерина Полянская была один раз? Нет. Нет. У вас тогда не было, Наталья, это точно. Ну, не три раза она была. Она же фестивальная. Я сегодня переиграла вот насчет Полянской, и я... Значит, объясняю, да. Первый раз в Праге она была, второй раз в апреле, третий раз на опен-эйре и четвертый даже раз в июне месяце она опять пришла. Так что три раза плюс опен-эйр. Я же один раз пришла и четыре. Вода. Прекрасно. Ой, Ксения мне значок не взяла. Смотрите, вы вручите торжественно. Я подбрасываю вверх звуки. Они тополиным пухом слов мягко касаются земли. Давно пора купить капли от вербального конъюнктивита. У меня рябит в глазах от текстов, компактно впечатанных в накладные прохожих взглядов. Иногда пройти мимо – то же самое, что пролистнуть парочку страниц неинтересного отсчета об очередной командировке в никуда. Окна в этом доме закупорены. Хочется выдавить стеклопакет. Мое сознание ползет нефритовым жучком.
по гладкой плоскости вверх. Я культивирую любовь ближним своим, ко всем в целом, но никому в частности. Лелеять свое эго в металлической коробке с прямоугольниками триплекса по периметру, передвигаясь черепашьей скоростью по ржавым схолмиками, буровым хорельсами. Проще, чем подставить спину всем семи ветрам высокогорья. Мне душно от затахлого воздуха сомнений. На чердаке мезонина плодится плесень. Я выращиваю пенициллин на благо социума. Мой аптечный пункт открыт круглосуточно. Сегодня на рассвете меня разбудил вой бури, которая нараспев читала песню о Гайвате в переводе Бунина. Я докурил трубку мира только к закату. Эмейлы заменили письма вскоре, а круг общения – чаты в интернете. Паук доволен, и, напившись крови, как демон зла, ликует на планете. Его в коллекции комары, муха и жужелицы, высохший скелет. Паук онлайн, он лапкой чешет брюхо и сеть плетет с названием интернет. Он бегает быстрее таракана, и не страшны ему ни вирус, ни микроб, ведь вся его печаль на дне стакана. Для вип-друзей он вип готовит гроб. Спасибо. Прочту стихотворение Михаила Рысенкова. Первое. «Зеленым кузнечиком». Зеленым кузнечиком в росный бурьян детство, падучей звездой в зачарованный пруд юность, ты мог от пожатия женской руки зардеться, на первый попавшийся ласковый взгляд клюнуть. Пылили метели, огнями сиял город. В грибном далеке щекотали стихи спину, а ты и не знал, что совсем скоро за кромкой зари все твои сентябри сгинут. Нежданное солнце блеснет сквозь туман липкий. Березовые рощи — знакомый закат русый. Вот только кузнечик в бурьяне сломал скрипку, а звезды ночные упасть норовят в мусор. Второе стихотворение «Полночь, горчащие чуть слова». Полночь, горчащие чуть слова. Всякий под звездами слаб и сир. Мальчик в 14 лет почувствовал, с ним закончится мир. Ласточки падали в синий сад, солнце разбилось, а сонный плес. Милые мелочи ловит взгляд, будто бы не всерьез. Знаешь, с годами еще больней. Жизнь мимолетная и пуст эфир. С каждым оставшимся на войне умер огромный мир. Можно чудить, дурака валять, в деньги зарыться, стихи строчить. Темное небо молчит опять, хмурится и молчит. Дальние звезды дрожат едва, холод ползет из межзвездных дыр. Только покуда душа жива, жив этот странный мир. Весь мой багаж — только ворох прочитанных книг. Весь мой багаж — только ворох прочитанных книг. Горстка любви ко всему, что зовет и тоскует. Зная, что жизнь, проведенная над пропастью миг, я как подарок ее принимаю такую. Осень и птицы, как дым, над ослепшей избой. Осень и бархатные тропки замшелого леса. Час настает, будто ангел летит за тобой тихой пушинкой, почти не имеющей веса. С веток течет запах черной листвы вдоль дорог. Древним гипнозом земли достает до печенок. Годы не в счет, если дышит в полях костерок, если в лазуре дрожит березняк золоченый. Белым дымком в поднебесье мой дым, мой день уплывет. В лоб поцелует сентябрь неживой паутины. За неугаданный миг, за бескрылый полет, вечный, задумавший эту мороку, прости нас. Спасибо.
впечатления? Ну, вообще здорово. Слишком эмоционально, на мой взгляд. Стихи должны быть, ну вот, просто ритм. Да. И все. Спокойнее, и да? Этого достаточно. Спасибо. Так. Ну и Сергей Пелевин, пожалуйста. Сергей у нас исполняет песни на стихи Марии Елагиной, поскольку Мария Елагина у нас автор. Уже наш автор. Вот, поэтому Сергея мы также можем оценивать. Планета, и спят живущие на ней. Я есть, я был и буду. Спасибо, грустный, странный Бог, за это маленькое чудо, за свет, за память, за любовь. За это маленькое чудо, за свет, за память, за любовь. В лесном пруду звездой зеленой, под тонким утренним лепком, живет забытая влюбленность, и нежно светится тайком. Живет забытая влюбленность, и нежно светится тайком. Я здесь, я есть, я был и буду. Спасибо, грустный, странный Бог, за это маленькое чудо, за свет, за память, за любовь. Чудо, за свет, за память, за любовь. Пруды мелеют, звезды гаснут, и письма в сумраке стола пылятся, но как жизнь прекрасна, ночь в отражении стекла. Пылятся, но как жизнь прекрасна, ночь в отражении стекла. Я здесь, я есть, я был и буду. Спасибо, грустный, странный Бог, за это маленькое чудо, за свет, за память, за любовь. За это маленькое чудо. Спасибо, Миша Рысенков. Вновь на исходе ночи пачка сигарет. Рассвет слегка горчит, и дождь в окно скребется. Покоя нет, и счастья тоже нет. Одна бессонница со мной не расстается. Подруга верная, уже почти сестра. Мы вместе с ней немало пережили. Грешили, каялись, но вновь и вновь грешили. И согревались молча у костра. Неизбыточных надежд, когда казалось, что до отчаяния полшага оставалось. И все, что дорого, лишь пепел до чита. И все, что дорого, лишь пепел до чита. День ходит в комнату, расплатой по счетам. Слова морщинками ложатся на страницу и отступают в неизбежность лица. Те, кто уже не здесь, те, кто еще не там. И отступают в неизбежность лица. Сейчас такая, на самом деле, действительно хорошая погода, очень красивая осень, по крайней мере, сегодня, если на то пошло. Но все равно дальше будет зима, поэтому в преддверии такой зимней, такая питерская метельная. Собственно говоря, это то, с чего у нас с Машей как бы началось, такое вот это песенное, дуэт, песенно-музыкальное, но неважно, в принципе, питерская метельная. Зябнущие машины, заспанные дома, все замела картина первой метелью зима. Кутаясь сиротливо,
отцовский шарф прямо из осени в зиму. Делаю первый шаг, падает питерский снег, в нем одиночество след, детство далекий привет. Снег, 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 голову запрокину, снежную пелену, взглядом судьбу окину, в детство себя верну. Если смотреть подольше в белую эту тишь, то не снежинки кружат, ты в небеса летишь. Падает питерский снег, в нем одиночество след, детство далекий привет. Снег, 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 глядываюсь беспечный, снежный круговорот, словно из детства в вечность, письма мне кто-то шлет, хоть бы одну страницу в них прочитать удалось, знать бы мне, что случится и отчего не сбылось. Падает питерский снег, в нем одиночество след, детство далекий привет. Снег, 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 где подстелить соломку, где переправа, где брод, что положить в котомку, путь мой куда ведет. Не подглядеть ответы, не облегчить пути, в будущее приветы сами должны дойти. Падает питерский снег, в нем одиночество след, детство далекий привет. Снег, 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 падает питерский снег, падает питерский снег, падает питерский снег. Спасибо. Мне вот такой вопрос хочется задать. Вот как ощущение, когда песни исполняют, стихи исполняют в виде песен? Вечно это было интересно. Это новая жизнь какая-то, произведение совершенно. Да, причем иногда с ней даже надо смириться и сжиться. Мне вот как-то, пока были первые песни, было выдумано как здорово. А потом даже немножко жалко, что я обычно не читаю то, что поется. И как-то вот уже отдал, оно немножко не твое стало. А, уже все, да, чуждение такое, понятно. Фриз. Так, да, Сергей. Давай. Тихонечко все. Прозвучат три стихотворения Юлии Хрисанфовой. Нашего дорогого председателя. Которого юбилей. Годик. Годик. Как же мы мучительно бедны, воспевая горы и моря, по коре земной расселены, как бродяги, честно говоря. И тоской издерганной души не гордись, ей тесен твой удел. Может, Бог нечаянно вложил в человека больше, чем хотел. Дал слепым хождение светил, мертвецам надежду созидать. Уходя, заранее простил, заповедав жить и умирать. И, может быть, с упорством чужаков, оскверняя реки и леса, мы всю жизнь сквозь пену облаков
пялимся пустые небеса. Я не пою о родине, увы, и голос мой витает беспредметен, встревоженным роптанием листвы, которую донашивает ветер. Я не пишу о родине стихов. Все отдано Некрасову и Фету. Хрип деревень, отрава городов оправданы и вздернуты куплетом. Зализывая строчками вину, боюсь случайно занести заразу. Но нет поэта, кто б не провернул в любимой ране трепетную фразу. Все муки принимаемы от слов. Бесстрастный лик Ахаев и Осия. И потому не напишу о ней стихов. Я буду жить. Я просто буду жить в России. Петербург не упустит живого, не позволит истечь за края. Он мое непрерывное слово, что идет и идет сквозь меня. Будто лодку Харона колышет этот город течение молвы. Но и в сумерках вижу, не дышат никогда не дышавшие львы. Кто сложил эти мрачные сказки, порожденье смешения вер, и окутал Неву и Казанский в этот серый загадочный флер? Кто соткал из болотных туманов терпкий мир бледнокрылых ночей, возвеличенный долгим обманом Петербург от рождения ничей? Он идет сквозь меня, осторожный, приглушив ослепительный бред. Слава Богу, что я не художник. Слава Богу, что я не поэт. Спасибо. Я вообще, честно говоря, в шоке. А мнение автора? Значок ему отдать. Да, так, возьми, пожалуйста. Нет, ну, еще неожиданно, еще под музыку. Очень красиво. Я еще обдумаю, как, потому что... Нет, уже, в принципе, мнение автора высказано, я в шоке. Да. Я могу сказать, что мне понравилось, определенно, да, но... Пока что-то более конкретно, но сказать... Последняя строчка не поэт. Поэт. Нет, совсем. Там и так пару слов изменил, я так понимаю, намеренно. Ладно. Прощай. А я уже поставил оценку. Я прочту три стихотворения Марии Наклещиковой. Первое. Аладдин. Освещает ласки фонари, впитывает двое кубок страсти. Ну давай, ты в апогее умри, заслонив посмертно от ненастья. Снова мне доверишь их войди, храм любви загадочный и строгий. Мой далекий, славный Аладдин, лампу чувств, пожалуйста, не трогай. Предавая душу, корчась тела, в позе сладострастия шепнет. Ты сама ведь этого хотела, но ответ душевный скользнет. Я хочу оставить для тебя чувственность в загадочном кувшине, отдавая снова мужчине лишь тебя по-прежнему любя. Кто разбудил мою душу, когда-то ложилась спать? Кто ей сказал, послушай, завтра рано вставать? Кто ей сказал, не стоит капли стирать со лба? Кто ей сказал, пустое на привязи быть у столба? Кто ей сказал, не стоит жизнь уступать судьбе? Кто ей сказал такое? Спасибо тебе. Счастье.
Счастье, оно многолико, в улыбку запрятано, смытых, прищуре размытых, приветливых глаз. Вдруг подкрадется, внезапно, нежданно, негаданно, вдруг подлетит, незаметно, поселится в нас. Мы не заметим, на кухне опять соберемся, в смехе нелепом случайно опять захлебнемся. Счастье, гляди-ка, лучится, стремится, струится в мир из распахнутых детских доверчивых глаз, в мир из открытых, случайных, доверчивых нас. Да, Галина. Маша, что ты думаешь? Галина. Ну, если честно, просто эти стихи у нас разбирали на поэтическом лету, находили много ляпов, поэтому я очень рада, что они внушают кому-то вдохновение и позволяют поделиться теплом. Спасибо большое. Мне понравилось. Так. Дина Филатова. Первое стихотворение «Я здесь». Я здесь, там, где окна выходят во внутренний двор, где мир — это медленный снег с октября и до мая, где всю мою жизнь так легко уместить в разговор. Но хватит ли жизни на это? Не знаю, не знаю. Свернулась ли мертвой петлей путеводная нить? Со счета ли сбилась, споткнувшись, усталое время? Не знаю, не знаю. Нам этого не изменить. И я не боюсь, не прошу и, конечно, не верю. Я все еще здесь, за полжизни и тысячи лиг. До странного счастья, вчера невозможного вовсе. И молча смотрю, как апреля немыслимый миг сменяет досрочно права наступившая осень. Следующее стихотворение «Не могу». Видишь, вот так живое становится неживым. Жаркая плоть костра становится едким дымом. Серое небо и ничего под ним. Серые крыши и ничего над ними. Видишь, вот так живут, не считая прошедших дней. Вдруг, находя себя в темноте, на ощупь, была душа, и ничего за ней. Стало одно ничего без души. Так проще. Видишь, вот так бывает, если раздашься всем, просто пытаясь жить, не помня себя вчерашним. Видишь, я не могу без тебя совсем. Я не могу без тебя. Абсолютно. Смертельно. Страшно. И третье стихотворение «Простые вещи». Это солнце блещет на спицах мачт. Это небо млеет в обрывках ваты. Это кто-то снизу кидает мяч. Это Бог бросает его обратно. Это просто лето, в котором мы, как на вырост, скроенные этим чудом, захлебнувшись счастьем, обнявший мир, ни родства, ни сердца в себе не чуем. Это просто омут твоей руки, прорывного смеха, косые пряди и глаза твои, акварель реки над моими илистыми. И глядя на шальную россыпь цветных шаров из ладоней стайкой вспорхнувших в небо, понимаешь, кто сотворил любовь? Просто Бог, пусть даже он им и не был. И девятой жизни горячий лоб обжигает губы хмельной печалью. Остальные восемь бери в залог. Это будет лучшее, обещаю. Это солнце блещет на спицах мачт. Это синь разлилось от края к краю. Это кто-то снизу кидает мяч. Это Бог бросает ключи от рая. Спасибо. Я после Эльдара, конечно, не повторю такого успеха. Ну,
Хочется сесть обратно? Нет. Не хочется, мы постоим. Спасибо за предложение. Колокола. Я вырву память из души, покорно, в ужасе бела. Живу, жасмин да камыши, о чем-то врут колокола. Но танец времени ловчей, чем колокольный самопляс. По мне отзывчиво ничей, давно не помнящий о вас. Кто был утешен и казнен, чьи очи злы, слова сильны. Тревожит колокольный звон вечерний пепел тишины. Над вечерами ветер наг, и пепел бел, и боль звонка. И рек скрещенных, будто шпаг, тугие искры облака. Я не от вас произошла. Кто был хорош, кто станет плох в стране, где врут колокола, что умер Бог. Не могу. Смотрины. Ко всему безучастно готов мой рассудок. А что остается? Остывает в пыли городов медный след уходящего солнца. И неловко от детских обид. Их цена возросла многократно. Я лелею последний гранит, охранивший родимые пятна. От рабов, проходимцев, коллег, чья наука торги до смотрины. Самозванец неоновый век без огня зажигает витрины. Вызывающий светил и глух, повзрослев, мы о многом забыли. А летящий над пропастью дух до сих пор создает нас из пыли. Ладога. Никому не хожу на поклон. Мой пророк — голос Ладоги низкий. Ее долгий безрадостный звон от ударов небесные диски. Это звук изначальной воды над костями ушедших империй, где еще различимы следы рыбаков, землепашцев и зверя. Поднимается тело волны, валунами придержанной шатко, оголяя руины страны, что под воду ушла без остатка. Такой здесь лучистый закат, о каком не слыхала Европа. Перед ним замолкает набат и любой исторический шепот. Столько лжи впереди и в былом, злобомир моей жизни зашкален. Я уверена только в одном, в низкой ноте у древних развалин. У меня сегодня настоящий праздник. Спасибо, Юля, да. Тебе не поддержала. Ну, Юля прочитала, я не знаю, я либо так же бы прочитала, либо еще спокойнее, что чтение, ну, конечно. Ну, я выбирала то, что мы действительно... Да, я, да, что меня удивило приятно, что, думала, какие-то, может, такие... Ты меня удивила приятно. Такие стихи, которые я не ожидала, что они вообще обратят на себя внимание. Спасибо большое. Так очень мне обращаются. Так, спасибо, Юля, значит, у нас... Марина Клещикова, пожалуйста. Кто не расслышал, пишите Машук. На самом деле, сегодня звучали изумительные стихи, стихи Екатерины Полянской, там, наверное, можно целую книгу читать вслух. Очень многих авторов хотелось бы прочитать, но хочется прочитать стихи некоторых людей, которые сегодня отсутствуют, и интересная их реакция. Первое стихотворение, это стихотворение Олега Чабан. Наверное, я сегодня не в рамках какого-то юмора и стёба, но, наверное, невольно принимаешь манеру человека читать его стихи, поэтому попытаюсь вот этого создать. Отсыпь. Небо дышит свободой, водой проливаясь на скверы. Гром раскатом, как плугом, рассек бороздою наш мир. Мне бы душу свою, да под дождь, очищаясь от скверны, и, встряхнувшись, забраться печугой простою в жасмин. Вырываясь из комнат, насквозь протабаченных, пыльных, с паутин одиночеств, от грязных, вонючих корыт, легкой тенью скользнуть мимо Бога и черта посыльных, на парад посылю исполнять посадобль корит. Как рулетку крутнуть во всю мощь колесо обозрения, чтоб на небе седьмом оказаться без всяких перил и достигнуть такой высоты неземного везения, там, где счастьем забиты склады, сколько хочешь, бери. И вот здесь замереть, ощутив себя частью без меры, посмотреть, как скользят перед носом цветы отцы, и поймав за крыло одного, ну того, что с безменом, коробок из-под спичек, вручить со словами «Отсыпь». Спасибо большое. Еще одного замечательного
замечательного человека. Это Андрей Александрович Андреев. Читаю буквально, как он себя презентует на прозе.ру. Да, стихотворение. Мне, опять-таки, очень многие понравились. Тяжело было выбрать. Но вот захотелось сегодня под настроение прочитать стихотворение. «Ты скучала? Опять не по мне». «Ты скучала? Опять не по мне? Ничего-то в виду не имела, зажигая свечу на окне. Просто лампочка перегорела. Да и я просто так, невзначай, проходил мимо сонного дома и не думал проситься на чай с парой ложечек черного рома. И не думал, что снова предам. Но заранее было известно, друг от друга не спрятаться нам в этом мире, пугающе тесном». А третье... читать немножко тяжело, потому что и манера своеобразная, но тем не менее это стихотворение Алексея, также Александровича Григорьева. Я попытаюсь проникнуться. Александрович! Да. Царевич. А не тот лет? Нет, вам показалось, нет. Так, я попытаюсь. Дело в том, что когда мы обсуждали вот выбор стихотворения, я буквально процитировала его название «Три звездочки», на что Юлия мне резонно заметила, что большая часть его стихотворения состоит, в заглавии имеет именно «Три звездочки», поэтому кодовое название стихотворения «Рыба». Попытаюсь проникнуться Лешиным духом. «Рыба, обрубленная, раздета, лежит, истекая жидким светом, несвежим, мутным. Сегодня утром плавала по реке, а сейчас какое жалкое зрелище! Зачем вообще нужны жабры, прошедшие эволюции? Смотрит, приоткрыв рот, стеклянно и отсвечивает в бокале вино. Я знаю, что на свете все правильно, все как надо. Да и обязательно ли знать? Приоткрыв кожу, белое мясо напоследок обозначает кость. Значит, и так можно. Спасибо. Молодец, здорово. Олега Чебана нет, Андрея Андреева нет. Алексей Григорьев. Александрович, что вы думаете? Давай. Давай. Хорошо. Так. Итак, вот, тогда Михаил Лысенков. А где Лубянка? Как еще? На каком номере? Лубян 13. Маленький такой цикл Марии Елагиной, посвященный Цою. Голова гудит пустым чугунным котлом. Снова Питер, дождь, облупившихся стен коросту. И романсы финансов, наплаканные котом. Жить легко, умереть легко, выживать непросто. Этот город, продутый ветрами любых мастей, бесприютных поэтов прибежище, мекка туристов. В нем погода хорошая, реже хороших вестей. А хороших вестей голяк, почитай лет 300. Но звезда по имени Солнце глядит в окно той котельной, где жил перемен, не ища где ждал перемен, не ища покоя. А небесный механик все крутит свое кино. И мы в нем живем, но уже 20 лет без Цоя. Поколению дворников и сторожей. Спертый дух коммунальных кухонь, тусклый свет в коммунальном сортире. Мы так жили, порой по слухам, узнавая, что нового в мире. В новостях лишь прогноз погоды был правдив, что не значит верен. И в пределах локальной свободы путь просчитан, прочерчен, отмерен. Мы совсем не ведали страха перед завтра, что точно будет. И не верили ни в Аллаха, ни в Христа, ни в Явку, ни в Будду. А мы пили в подворотнях портвейн и курили приму и беломор. Нам казалось, что нет ничего важнее, чем друзья и старик рок-н-ролл. И мы думали, так будет всегда. Но в конце туннеля видели свет. Быстро молодость слезнули года, а кого-то уже среди нас нет. Но осталась только горсточка слов и обрывки безумных идей. Но мы верили, как и прежде, в любовь, андеграунд, рок-н-ролл и друзей. Без меня. Когда светло и воздух чистый, не нужно говорить слова. Я наливала в кофе виски и притворялась, что жива. Жива, как мир никчемный, старый. Крупицы мудрости храня, я написала мемуары и назвала их «Без меня».
Но ты приходишь и уходишь. Твой новый день, твой каждый риф. Ложишься спать опять на взводе и притворяешься, что жив. Мы два вопроса без ответа, два обездвиженных крыла. Друг друга пишем, как портреты, а получаем зеркала. Становимся скучней, капризней, рутина, пошлости налет. Мы не снимаем маску жизни из года в год. Стихотворение Татьяны Фролкиной «Время». Небесных часиков колесики истерлись, и стрелки разогнали оборот. Да потерял еще вдобавок совесть тот главный, что минуты раздает. Шкатулку вытряхнул, рассыпал разом, нате, хватай, лови, побольше бы успеть. Но в этом хаотичном листопаде все вперемешку, прошлое и впредь, что предначертано, тебя никто не спросит. Удобно, быстро, принял и забыл. В одном флаконе детство, юность, осень. Смакует зрелость, молодость и пыл. Дискретность времени в единстве поколений. Так свитером становится клубок. А мы давно спалили все поленья. Безжалостно, что выданы на срок. И стихотворение Марии Елагиной «Полшага до весны». Полшага до весны, иллюзия тепла, и нет ничьей вины, что лживы зеркала, а ночи так длинны, и широка кровать, и книги все скучные, не с кем завязать, ни флирт, ни разговор, ни в шутку, ни всерьез, нести прелестный вздор и хохотать до слез. Вчерашним табаком горчит остывший чай. Ты все еще тайком гадаешь по ночам, но карты снова врут, а сон все не идет. И выверил маршрут твой друг, сиамский кот. Окно, колени, дверь, кровать, опять окно. Он тоже ждет, поверь, ему не все равно. Случайным визави, пробившись из-за туч, иллюзию любви подарит солнце луч. Прозвучат стихи Джамиля Анилова, Софьи Миролюбовой и Василия Манченко. Я не буду делать паузу между стихами, я буду читать их подряд. В своем уме сердечные листочки, смятые поспешно читать разгладивши. Всем, всем, всем! Всем, 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 к всеобщему обсуждению, умер номер 47, готовится погребение, готовится погребение, готовится погребение. Вроде не жалко, но все ж интересно, ведь стало меньше на один номер. Кто он такой? Без разницы, честно, любопытно узнать, от чего же он помер. Может, зараза, может, убийство, замаскированное под несчастный случай. Такое бывает, сказали в полиции. Мы сами не вправе выбирать себе участь. Вышел на площадь, толпа немалая, и все от чего-то очень взволнованы. Одни обвинения кому-то кидали, другие стояли как скованные. Тогда я сказал, может, так проще, мы со временем все привыкнем, после 46 сразу 48. Кто-то из толпы следом выкрикнул, тебе ли решать, ты ли судья наш? Как нам считать? Посчитаем мы сами. Рот свой прикрой, гаденыш несчастный, а то застрелюсь, клюсь небесами. Я промолчал, опасаясь расправы. Продолжил стоять безмолвным свидетелем. Я был неправ, так как все были правы, а я перед всеми сегодня в ответе. Всем, 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 всеобщему обсуждению. Умер номер 47, готовится погребение. Умер друг мой, 47-й. Нас всех поделили на номера, лишили имен нас. Без имени друг мой медленно умирал. Он не мог вспомнить, как его звали. Без паспорта, штампов и нумерации. Все это знали, но все же молчали. Мол, не было веской аргументации. Когда же он умер, все сразу поняли, что это может случиться с каждым. Имя последнее, что у нас отняли. Мы переполнены мщения жаждой. Мы вышли на площадь всем нашим городом. Власть прислушалась
протестующим. Раз уж вам имя ваше так дорого, давайте проголосуем. Если ваш голос сольется в единое, мы вам вернем отнятое. А будь согласны с нашей доктриной, все остается. Понято? Кто-то молчал в ожидании кары. Мы все кричали единым воплем. Я видел, как взгляды зажглись пожаром. Да и последние, вытерев сопли, тоже кричали. Близость к победе нас опьянила, и этим объятые мы пропустили. Мы не заметили в наших рядах предателя. Иуда сказал, может, так проще? Мы со временем все привыкнем. После 46 сразу 48. Я ему из толпы следом выкнул. Тебе ли решать, ты ли судья наш? Как нам считать, посчитаем и сами. Рот свой прикрой, гаденыш несчастный, а то застрелю, клянусь небесами. Но было поздно. Единственный голос сделал бессмысленной смерть 47-го. Был порван от правды, деливший нас волос. И мы номера, мы цифры, слово. Все уже круг друзей с годами. Все чаще мысли о былом. И одиночество ночами, как вор в мой, проникает дом. И никуда уже не деться, не отвертеться от него в пусте, она мне шепчет. В сердце смирись, не бойся, ничего. Не надо дергаться напрасно, со мной совсем не страшно, нет. Недаром же сказал поэт, что одиночество прекрасно. Ты не забыла эти строки, они так нравились тебе когда-то, в юности далекой, а нынче я в твоей судьбе. К утру его я прогоняю, справляюсь с ним еще пока, но все яснее понимаю, нет выхода из тупика. Оно поселится навечно, и будем мы всегда вдвоем, и будем каждый день, как вечность. И вместе в вечность мы уйдем. Слишком мало любви в этом мире разлито, слишком много взамен услад и утех, потому столько судеб навеки разбито. Слишком мало любви, не хватает на всех. Слишком много любви, никогда не бывает. Слишком много любви, это на небесах. Слишком много любви, всегда не хватает, если взвешивать жизнь на вечных весах. Так давайте достанем из-за пазухи камень. Так давайте откроем сердец тайники. Так давайте раздуем в душе свои пламя и любовью спасем этот мир от тоски. Да, это у нас был последний. Так, у нас и... Подождите, ну куда все побежали? Какой-то. Автор не сказал своего имени. Да, автор у нас здесь. Джамиль Нилов присутствует, пожалуйста, выскажитесь. Джамиль, тебе говорить. Ну, понравилось, естественно, как бы это первое стихотворение, которое... Нет, не согласен. Ну, может быть, у меня немного другая точка зрения, как автора, потому что, как бы, нюансы мне более ясны. Ну, я считаю, субъективно. То есть, потому что я автор. А автор всегда воспринимает свое произведение, нежели по-другому, ежели слушатели или читатели. Мне очень понравилось, что-то отличалось от него, что-то действительно схоже с моим прочтением, с моим видением. Тут как бы ритмика такая, которую сложно интерпретировать по-разному. Поэтому, может быть, вам показалось. В целом мне очень понравилось. Ну, как бы, более развернуто я мог бы говорить, пока не буду. Понятно. Я еще пережевываю это все внутри. А можно я очень два слова добавлю? Да. Юлечка, можно я два слова добавлю? Я вот в исполнении Игоря стихотворения вот как раз понял. Причем понял до конца. Когда читал Джамиль, я его... Может, ну, не... потому что вы второй раз его послушали? Нет, просто когда он читал... Завершить вечер. Да, да. Я всем благодарна, что вы пришли, что вообще, что вы есть. Сегодня получился, я считаю, настоящий праздник. Мне, по крайней мере, понравилось все абсолютно, что я сегодня слышала. Следующая суббота у нас будет сплошной открытый микрофон. Я так сейчас решила. Буквально. С последней недели. Тасовка пошла. Да. It's true, yeah.
My every road leads to you. And in the hour of darkness, darling, your light gets me through. Wanna swim in your river, be warm by your side.